Добрый день, меня зовут Евгения Берникова, канал «Видкрытый», программа «Hello Body». Сегодня у нас будет комплекс на раскрепощение нашего корпуса. Начнем с дыхания. Прикрываем глаза. Сначала вдох живот, затем грудной отдел, затем вдох ключицы. И выдох в обратном порядке. Область ключицы, грудной отдел, живот. На 5 счетов вдох, на 5 счетов выдох. Во время практики стараемся концентрироваться на своем дыхании и своих ощущениях в теле. На вдохе подбородком потянемся вверх, на выдохе подберем на ямке. На выдохе поворот головы влево, вдох, центр, и на выдохе поворот головы вправо. Раскрепощаем шейный отдел. Затем такие захватывающие движения подбородком, воздухом. Хорошо вытягиваем подбородок вперед. Работает только шея, голова, плечи на месте. И дальше в обратную сторону от себя. Отталкиваем воздух от себя. Хорошо прорабатываем шейный отдел. Закончили. Подбородок опускаем, подъерем на ямке. И круговые движения головой. Голову не запрокидываем. Носом рисуем круг в одну сторону. Три круга. Возвращаемся в исходное положение и в другую сторону. Дыхание глубокое. Закончим. На вдохе делаем прогиб, на выдохе скругление. На вдохе грудь тянем вперед и вверх. И на выдохе поясницу тянем ковриком. Не забываем о дыхании. Раскрепощаем корпус, затем круговые движения. Рисуем грудным отделом круг в одну сторону. На вдохе прогиб, на выдохе скругление. Три круга в одну сторону. И затем три круга в другую сторону. Дыхание глубокое, не спешим. Закончили. И затем медленно выходим в положение маджирясаны кошки, ладони под плечами, колени на ширине таза. На вдохе делаем прогиб, на выдохе скругление. На вдохе мы как бы подныриваем под невидимую преграду. И на выдохе поясницу тянем назад. На вдохе стягиваем коврик к центру, а на выдохе расталкиваем коврик в разные стороны. И еще несколько движений. Затем медленно приподнимаемся. И левая нога в сторону. Пяточка левой ноги на одном уровне с коленом правой ноги. На вдохе поднимаем правую руку вверх. И на выдохе уходим наклон влево, взгляд из-под правого плеча вверх, дыхание глубокое. Затем правая ладонь идет вправо на один уровень с коленом правой ноги и взгляд из-под левого плеча вверх. Левая рука ровная, тянется вправо. На вдохе возвращаемся. И правая нога в сторону, пяточка правой ноги на одном уровне с коленом левой ноги. На вдохе поднимаем левую руку вверх. И на выдохе правая рука скользит по правой ноге. Взгляд из-под левого плеча вверх. Все тело в одной плоскости. И на вдохе приподнимаемся. И левая ладонь идет на один уровень с коленом левой ноги. Прикрываем себя правой рукой и взгляд из-под правого плеча вверх. Глаза прикрыты, прислуживаемся к своим ощущениям. Возвращаемся в маджирясану кошку. На вдохе делаем прогиб,
На выдохе скругление. Вдох. Выдох. Затем на вдохе поднимаем правую руку вверх и левую ногу. Таз параллелен коврику. Стараемся не заваливаться. Ягодицы подтянуты. Несколько дыхательных циклов. На выдохе медленно опускаем. Вдох, выдох. И левая рука идет вперед, а правая нога назад. Макушка тянется вперед. Таз параллелен коврику. Дыхание глубокое. Укрепляем спину. И на выдохе медленно опускаемся. Вдох, прогиб. Выдох, скругление. Затем левая ладонь у нас по центру. И на вдохе поднимаем правую руку вверх. Таз параллелен коврику. Взгляд за правой рукой вверх. Левой ладони отталкиваемся от коврика. Дыхание глубокое. И на выдохе опускаем правую ладонь и поднимаем левую вверх. Взгляд за левой рукой вверх. Стараемся не заваливаться. Раскрываем грудной отдел. И на выдохе возвращаемся. Вдох, прогиб. Выдох, скругление. Далее уводим ладони за коврик. И на выдохе левое плечо тянется к правой ладони. Затем грудь проводим на одном уровне с ладонями. Затем правое плечо тянется к левой ладони. Затем на выдохе скругление. И продолжаем такое раскрепощающее движение. И в обратную сторону. Не забываем грудь проводить как можно ближе к коврику. На одном уровне с ладонями. Закончили. И затем угол между бедром и голенью у нас 90 градусов. И уходим шеей на грудной прогиб. Руками отшагиваем вперед. Стараемся грудь поставить на коврик. Чем уже у нас будут руки, тем больше нагрузка будет. Дыхание глубокое. И на вдохе ложимся на коврик. Руками потянемся вперед, ногами назад. Растягиваем корпус. Затем уводим руки вдоль корпуса, ладони направлены друг на друга. И на вдохе поднимаем верхнюю часть корпуса, руки и ноги вверх. Раскрываем грудной отдел, голову не запрокидываем. Ягодицы напряжены, руки сильные, плечи направлены от ушей. И на выдохе возвращаемся, лоб кладем на ладони. Вдох, выдох. И приподнимаемся. Присаживаемся на пяточки. Колени в разные стороны. И руками потянемся вперед. Шишанкасана, поза кролика. Приподнимаемся. Колени на расстоянии таза. И на выдохе выталкиваем таз немного вперед. Соединяем. Стараемся соединить лопатки, плечи. Прогиб у нас идет за счет грудного отдела, не поясницы. Ягодицы подтянуты. И на вдохе медленно возвращаемся. Еще раз делаем кролика. Ягодицы на пяточке. Руками потянемся вперед. Медленно присаживаемся на пяточки, колени вместе. Прикрываем глаза, руки складываем намасте у центра груди. Несколько ровных вдохов и выдохов.
занимайтесь йогой, обязательно смотрите канал «Видкрытый», программу «Hello Body». С вами была Евгения Берникова. Увидимся в следующих программах.